Здравствуйте, уважаемые любители футзала. Мы с вами в Тюмени. Дворец спорта «Центральный» принимает сегодня четвертый четвертьфинальный матч плей-офф российской Пари Суперлиги. Встреча между Тюменью и Норильским Никелем. В воротах у гостей, как и вчера, Николай Балашов. Но и нет сегодня в заявке бразильского голкипера Вильяна Дорна. Полноценно к атакам не сможет он подключаться. Поэтому вот как раз... Ух ты, штанга! Батырев! Это Батырев, который вчера два мяча забил Балашову. Заброс, удар, гол! Денис Неведров открывает счет в начале четвертой минуты матча. Вот своим первым шансом Денис Неведров не воспользовался. А сейчас убежал за спину. Хорошая передача была. Убежал Неведров на своих длинных ногах. И дальний угол пробивает вот этой четверке Александр Упалев. Удар, гол! А вот и Упалев забивает. Прострел Батырева на дальнюю штангу. Наигранная комбинация. Прибегает туда Александр Упалев. И Александр Упалев переправляет мяч в ворота. Седьмая минута матча. 2-0 в пользу Тюмени. Батырев мяч подобрал. Батырев, удар, штанга! Второй раз Батырев в штангу попадает. Но сейчас, правда, после рикошета от ноги Балашова. Угловой в итоге. Сейчас Балашов до мяча ногой дотянулся. Успел среагировать. Гол! А здесь 3-0. А здесь 3-0 в пользу Тюмени. И это примечательно после тайм-аута, который брал Евгений Куксевич. Получается, что тайм-аут не сработал. И успел там Шакиров среагировать на эту передачу. Удар, гол! И 4-0! Камиль Гериханов после рикошета. От кого? От Нанда, по-моему, мяч улетает в ворота. Но, естественно, мяч будет записан на Камиля Гериханова. 11-я минута, 4-0. И это, по сути, решающий матч. Дальше отступать некуда Норильскому Никелю. Ну, можно взять видео... будет видеопомощь, видеозапрос от Норильского Никеля. Алекс, контратаку гоняет и гол! Ну, вот я думаю, что видеозапрос уже никакой не понадобится, потому что забивает Норильский Никель. Если там видеозапрос, например, сработает, два же мяча не засчитают, время отмотают и будут... Там что, не знаю, допустим, если пенальти, пенальти пробиваться. Много непредсказуемых результатов, ну а в плей-офф тем более. Алекс, Алекс, хорошая передача, удар! Кудзиев имел момент, ну вот это Алекс, он создает, он забивает. Санасян от Батырева пытается уйти, Санасян бьет! Штанга! Или там перекладина, неважно. Вот он момент, Санасян его сам себе создал. И... Родригиня. Но здесь Алипеков, конечно, в такую ситуацию Родригиня поставил. Родригиня. Удар и перекладина. Костромин бьет. Пытается немножко растянуть оборону Тюмени футболисты Норникеля. Прострел. И по удар пустым воротам. Гол! Он сейчас забивает. Жало Сильвера. 5-1 в пользу Тюмени за... 3 минуты и 7 секунд до окончания второго тайма. Жао Сильвейра. Всем там привет передал, молодчик. И эмблему Тюмени поцеловал. Заброс вперед на Батырева. Батырев в атаку выходит. Батырев считает, что его там рукой придерживали. Гериханов мяч перехватил. Удар, гол! Гериханов... Отмечая другу Гаптадзе, тоже голевой передачей. В первом тайме все было наоборот. Гаптадзе сделал голевую на Гериханова. Сейчас Гаптадзе забивает свой 21-й мяч. Ну что сейчас норильчане могут сделать? Только чтобы последнее слово за ними осталось. Удар! Счет 6-1. Если Норильск забьет, то счет будет 6-2. А это гол! Это гол! Честно говоря... Давайте сейчас... Мне показалось, что с внешней стороны мяч в сетку упал, а счет-то действительно 6-2 становится.
36 секунд есть в распоряжении Норильского Никеля. Нет, не для того, чтобы, естественно, отыграться. Еще и гол. И 6-3. Ну вот сейчас, наверное, Абышев поменяет свою четверку. Или нет? Тут и Емельянов вышел. Ну, в общем, вышли футболисты, которые в этом матче не участвовали. По сути, Мурдаков, Емельянов и Владимиров. 2-0. Здесь должны выбежать футболисты Норникеля. Владимиров успевает вернуться. Звучит финальная сирена. 6-3. Победа Тюмени. И Тюмень в полуфинале. 25-26 мая Тюмень теперь будет играть в полуфинале в гостях. Я так понимаю, ну, почти точно, в гостях Тюмень начнет полуфинальную серию. С кем, пока неизвестно.